Эй, Дэвид, скорей! Спасибо. Оставь. А почему ты дома? Решил взять отгул. Впервые в жизни. Да, мне захотелось побыть с вами, ребята. Что-то не так? Нет, все так. Ну, вообще-то есть одна проблема. Просто я не могу никак понять, прям как загадка, которую мне не разгадать. Отвлечемся от еды на минутку. Я никак не пойму, почему вы все мне врали? Все как один. Эйми, утром Джефф пошел на работу, не сменив рубашку. Вы не живете вместе? Он ушел к другой женщине. Из-за этого Джек на него и злится. Тот мужчина на вокзале, Том, он ведь специально подошел ко мне познакомиться. Ты придвинула третий стул еще до его прихода. Том ждал нас на вокзале. Мне хотелось, чтобы вы увидели друг друга. На случай, если я заболею, мы так и не встретимся. Роберт. Надо пойти в дом, сейчас будет дождь. В городе было полно афиш, и вы не улетали в Европу. В тот вечер даже концерта не было. Мы могли бы побыть вместе, но ты мне наврал. Мы тебе очень многого не говорим. Но не потому, что хотим причинить боль. И мама тебе говорила не обо всем. Не сваливай на нее. И вытри рот. Рози, ребенок он твой, да? Я собиралась сказать. Так скажи и про другое. Закрой рот. Давай. Или я скажу. Замолкни. Ей нравятся и мальчики, и девочки. Роберт, замолчи. Мама знала про беременность? И скрыла от меня. Почему скрыла? Мы собирались сказать. Но мама заболела. А я боялась тебя огорчить. Дэвид, ты все еще живешь в Нью-Йорке в той квартире? Нет. Где же тебя найти? Зачем? Скажи, где тебя найти и когда мы увидимся? Не хочу я тебя видеть. Прекрати насмехаться надо мной. Скажи правду. И перестань ухмыляться. Перестань тут ухмыляться. Я твой скейтборд вон там в сарае. Я прекрасно знаю, где он. Я сожгу его к черту. Ты слышишь? Не смейся. Весело? Тихо! После всего, что я для тебя сделал, ты отвечаешь смехом? На вопросы, которые меня так тревожат. Боже! Дэвид, твоя мама все спрашивала, почему я так строг с тобой. Вот почему. Прояви уважение. И как мне поступать? Так, будто ничего не случилось. Мама всегда так делала. Так лучше для всех. Я не могу вести себя, как ни в чем не бывало. Что я вашей маме скажу? Так она умерла и ни о чем тебя не спросит. Дэвид! Так, все, от меня хватит. Я давай, пошел. Я тоже ухожу. Горение! Ничего ей не говори. Как это можно? Если ты ее любишь так, как она тебя, то скажешь то, что ее порадует. Скажи, что у нас все путем.